В Якутске прошли уже ставшие традиционными соревнования для самых маленьких спортсменов на беговелах. В честь Международного дня защиты детей на площади Победы в минувшие выходные состоялись соревнования «Бега-вело-драйв». Возраст участников от года до 5 лет. Сарглана Захарова продолжит. Организаторы объявляют команду на старт, спортсмены выстраиваются в ряд и начинается гонка. Беговелы мчатся по трассе, заходя в крутые повороты не хуже профессиональных велосипедистов. Трасса стала сложнее, и она рассчитана на то, что будут прямики с хорошими ускорениями, а дальше у нас идут извилистые довольно повороты, и там уже участники должны уметь как следует друг друга обгонять, убирать грамотную траекторию. Просто есть участники, которые с прошлого года переходят от гонки к гонке, и по ним просто видно, как они растут. Вот, допустим, если год назад они такие маленькие, крохотные, тут катились, да, вот так, еле-еле, то сейчас они там в 3-4 года закладывают, как взрослые велосипедисты, там есть на что посмотреть. И участники оправдали ожидания организаторов и родителей. К слову, последние – это самые требовательные тренеры и ярые болельщики. На протяжении всей трассы они подбадривают своих подопечных, но иногда начинающих спортсменов приходится подталкивать к финишу не только словами. Ну, Данил у нас, в принципе, вообще первый раз, поэтому в основном я его провезла. Ну, мы как бы так почетно просто проехали. Довольно-таки хорошо сидел, ноги поднимал, я его катила. Пока еще сам мало перебирает ногами. Праздник спорта и детства прошел на ура. Об этом говорили улыбки на лицах маленьких участников. Несмотря на то, что, как и в любом виде спорта, здесь были и свои победители, и проигравшие, никто из спортсменов не придал этому большого значения. Ведь главное – это весело использовать и провести время. Спорт – это жизнь. Занимайтесь со спортом. Сарглана Захарова, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.